Управляющие компании «Сарова» ежедневно проводят дезинфекцию подъездов при помощи гипохлорита. Обработке подвергаются стены, полы, выключатели, дверные ручки, кабины и кнопки лифтов. Также дезинфицируют дворы. Этим участкам необходимо уделять особое внимание, поскольку, например, в Сарове основной путь передачи инфекции контактный. Вирус может жить на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, и любое место в подъезде и во дворе может быть источником заражения. Для удобства жителей управляющие организации города определили специалистов, ответственных за проведение дезинфекции в домах, и телефоны горячих линий по вопросам уборки. Их список вы можете увидеть на экране. Кроме того, обращения принимают в департаменте городского хозяйства по телефонам 977-74, 977-75 и 977-43.